Сегодня я буду готовить творожную запеканку. И для приготовления мне понадобятся такие ингредиенты. Творог, яйца, манная крупа, сахарный песок, соль, ванильный сахар, изюм, растительное масло, а также пергаментная бумага и форма для запекания. В мисочку я высыпаю 600 грамм творога. Добавляю пол чайной ложечки соли для вкуса. И также сахар по вкусу. Вбиваю 2 яйца. И белок 3-го яйца. Желток оставляю для смазывания. Использую немножечко ванильного сахара. Добавляю манной крупы. И хорошо размешиваю. Чтобы манная крупа немножечко разбухла, смесь творожная должна постоять минут 10-15. Теперь добавляю чистый изюм. Я его заливала кипятком, он немножечко распарился и чуть-чуть подсушила. Теперь высыпаю в мисочку. Размешиваю. Из пергаментной бумаги я вырезала вот такой кружочек, которым буду устилать форму. Но перед этим я смажу растительным маслом саму форму, бока формы. А также смажу саму бумагу. И теперь можно выкладывать творожную массу в форму. Массу я разравниваю в форме. И сверху смазываю яичным желтком. Ставлю в духовку, разогретую до 180 градусов. Прошло полчаса, и творожная запеканка готова. Теперь она немножечко остынет и можно перекладывать на блюдо. Запеканку можно кушать со сметаной, с вареньем, с желе, кто с чем любит.